Сегодня будет прекрасный день. Конечно, сегодня же у меня день рождения. И наша вторая годовщина, кстати. Ты придумал, где мы будем ее праздновать? Да, ничего интересного. Празднуем в клубе. Надеюсь, у тебя нет никаких планов на сегодняшний вечер. А вообще-то были. Я хотела этот вечер провести с тобой. И ночь, и завтра, и послезавтра. Хороший план, мне нравится. Ты не пожалеешь. Я в душ. Хочешь со мной? Нет, иди, я подойду попозже. Алло, Валюш, это я. Слушай, а можно я к тебе сегодня пораньше приеду? Мне надо, чтобы я прям сияла. Алло, Анют. Алло, Танька, привет. А я торт испекла, жду тебя сегодня вечером. Анют, ну зачем ты мучилась? Я же тебе 100 раз говорила. Так это же бабушкин рецепт. Помнишь, как она нас им после... Ты двоек несчастной любви утешала. Вот будем сегодня пить вино, лопать торт, жаловаться, утешать друг друга. Хотя нам с тобой грех жаловаться. Ой, да. Алло. Тань, ты меня слышишь? Тань, ты здесь? Да, я здесь. Просто я не могу сегодня. Что такое? Ты заболела? Нет-нет, все хорошо. Просто представляешь, я забыла и назначила наши посиделки на день рождения Игоря. В общем, ты не против, если мы передвинем их на, не знаю, увидимся через несколько дней? Я тебе все-все расскажу. Жалко, конечно, я так соскучилась. Ну, новости-то хорошие будут. Хорошие, правда. Стучу по дереву, чтобы не сглазить. Обижаешься? Ну, как я могу обижаться, если ты счастлива? Ладно, веселись. Пока. Что же это за Аня такая таинственная? Ты ее все время скрываешь. Может, это не подружка, а подруг? О, мне нравится, когда ты ревнуешь. Приглашаю в клуб сегодня вечером. Раз уж вы такие неразлучные. Бесполезно. Ты знаешь, она такая дикая домоседка. Я ее как-то позвала, и через полчаса ее след простыл. Ну-ка, пойдем со мной. Грымза искала. А, точно. Точно. Это что, это Наполеон? В честь чего, а? Слушай, не знаю. День рождения вроде в августе, нет? Ну да. Может, поминки? Да ты чё, кто торты на поминки печет? Ну-ка, дай-ка мне сюда. Подожди, Анину бабушку мы поминали в сентябре, да, помнишь? Ну да. Слушай, ну а в честь чего это тогда? Ну что, Грымза юбилей какой? Да не, это точно не, это я бы запомнила. Все в порядке, я успела. Да вы не смотрите на него, доставайте, ешьте. А я чай заварю. Я с ума сварю. Слушай, вопрос к тебе, Ань, мы голову ломаем. По какому поводу пир? Без повода. Правда, я его для Тани пекла, она обожает сладкое. Но у нас девичник сорвался, а одной мне торт не осилить. Слушай, а мы тут в кино собрались. Да, пойдем с нами. А какой фильм? А, там какая-то бомбическая комедия с Николсоном. Да? Еще просто. Ой, нет, девочки, вы же знаете, я такое не люблю. Я на вечер
другие планы. Ну, ты если вдруг передумаешь, приходи. Мы все равно билеты пойдем в обед покупать. Да? Как что? А вот и она, моя королева. Минуточку внимания! 2 года назад, в свой день рождения, я познакомился с самой лучшей девушкой в мире. Это она, Таня. Любовь всей моей жизни. А теперь музыка! Это что такое? Не реветь. Макияж испортил. Вот, мне надо пойти его поправить. Беги, я буду у бара. Виски со льдом. Гуляешь напоследок? Напоследок будет не скоро. Как тебе туса? Прикольно, только скучно. А что так? Да парень мой не приехал. Да ладно. Ушли. Они куда? Туда. Вы Игоря не видели? Нет. Игорь! Аня, я тебе сейчас все объясню, Таня. Ты... Таня! Таня, подожди! Черт! Черт! Я сейчас полицию вызову. Да. Танечка. Танечка. Ненавижу его. Милая, милая моя, что с тобой? Малышка моя, что такое? Что, что, что? Танюш, вот завтрак готов. Иду. Доброе утро. Доброе. Вот твой диетический завтрак.
Можно? Ты не на диете? Нет. Это хорошо, что у тебя есть аппетит. Масло. Слушай, буду я еще из-за такого реветь. Слушай, у меня возникла идея. Я решила пожить у тебя некоторое время. Ну, конечно, если ты не против. Здесь? Со мной? Это же здорово! Да? Да. Слушай, я все придумала. Я решила, что не будет никаких истерик, слез, вообще ничего. Я не буду постить фотографии, я не буду выходить в свой аккаунт. Я просто исчезну из его жизни. Ну, помучаю его несколько недель, а там как пойдет. Как тебе идея? Отлично. Только мне кажется, он раньше с ума сойдет. Ой, что ж я, мне ж пора. А куда? На работу. Как на работу? А я что, буду весь день дома сидеть одна? Почему сидеть? Сходи погуляй. Может, ты останешься? Я не могу, правда, у нас сокращение грядет. Все, до вечера. Обед. А, обжора, на плите. Пока. Ну и сколько же она еще собирается прятаться? Ну, вроде пару недель, может, больше. Ужас какой-то, как снег на голову. А у тебя, между прочим, может, из-за нее личная жизнь разрушится. Да какая у меня личная жизнь? Телевизор да книжки. Я, наоборот, счастлива. Мы же раньше с Таней были неразлучные, пока ее родители не разбогатели и в другой район не переехали. Ну, тогда меньше общаться стали, но все равно не потерялись. Пока бабушка жива была, вообще хорошо было. Ты лучше денег с нее возьми. Вот. Зачем? Ну, за тем, что она как бы жить у тебя будет, ты ее еще 2 недели будешь кормить. Да, пусть скидывается, это абсолютно нормально. Девочки, Таня мой единственный родной человек. Никаких денег я с нее брать не буду, даже если она мне их силы будет давать. Так, собери это, а ты мне скажи, Ань, ну, ты же у нас миллионерша, да? У тебя денег больше всех, и ты у меня не занимала, да, на прошлой неделе? Я же памятник бабушке поставила, и оградку. Кто знал, что за год цены вырастут? Алло. Глаш, нужна накладная по заказу 5732. Да, секундочку. Алло, да. Вера Сергеевна, подождите. Алло, я вас сейчас переведу на другую линию, Глаш. Я слушаю. Алло, да, Вера Сергеевна. Тише. Что? Да-да, я на линии. Как заливаем? Что? Угу. Оля, там что случилось? Прикрой меня, пожалуйста. Не волнуйтесь, я сейчас Хорошо. Прибегу и все улажу. Соседка, она говорит, у нее с потолка капает. Пожалуйста, прикрой меня, я быстро туда и обратно, ладно? Таня трубку не берет. Пожалуйста, ладно? Да. Хорошо? Иди. Спасибо, спасибо. Таня. Стойте, 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 не смейте, не смейте. Эй, девушка. Немедленно поставьте его. Девушка, не вместе, он тяжелый же. Это мой диван, я сейчас полицию вызову. Это же бабушкин диван. Зачем вы его вытащили? Да нам без разницы, чей это диван. У нас вызов был, мы приехали грузим. Денег заплатили, вот мы и исполняем. Я ничего не понимаю. А с дивана-то что? Да что с диваном? Грузим. Если так сможете, будет лучше. Таня, да, конечно. Что ты делаешь? Аня, ты пораньше пришла, а я хотела сюрприз устроить. А там раковину, когда снимали, видно, что-то потекло. Не понимаю, как ты здесь живешь. Ты что, выкинула бабушкин диван? Ну да, но он же был старый, бабушка сама хотела его выбросить. Ну она же, она просто так говорила. Ань, ну ты чего? Я же хотела как лучше. Посмотри, сколько места, мы еще окна помоем, будет прям свежо и хорошо. Ань, слушай, ну правда, ну... Ты сама уже стала как старушка. И одеваешься так же. Ты так никогда себе мужика не найдешь. Просидела бы до конца жизни на этом старом диване. Ань! Стойте! Стойте, стойте, подождите! Стойте, подождите, стойте, 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 стойте! Анечка, прости, прости меня, пожалуйста. Я не знала, что для тебя это так важно. Все, все, все. Только обещай, что больше... Обещаю, правда. Ой. Что? Да ничего, все хорошо. Живот пройдет. Опять на диете сидела. Ты же обещала, что больше не будешь себя голодом морить. Да не морила я себя голодом. Я просто хотела влезть в платье и быть на дне рождения Игоря самой красивой. Да ты и так самая красивая, безо всяких диет. И этот твой Игорь не стоит того, чтобы ради него свое здоровье гробить. Поэтому давай, одевайся и в больницу поедем. Давай, пожалуйста, подождем. Надо
подождать, пока сантехники в ванной закончат. О, Таня! Ань, ну хочешь, я позвоню этим грузчикам, я попрошу вернуть бабушкин диван. А новый, давай с балкона выбросим его, хочешь? Хорошо, ты права. Пусть будет что-то новое. Тань! Он звонит. Ну и зачем ты это сделала? Он звонил извиниться, а ты? Перезвонит. Слушай, чем быстрее я отвечу, тем быстрее он успокоится и примется за старое. А я этого не хочу. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Есть такая поговорка, знаешь? Это не поговорка. Нет, так дело не пойдет. Я вызываю скорую. Слушай, какая скорая? У меня страховка в дорогущей клинике. А, хорошо, давай тебя туда отвезу. А как же твоя работа? Ну, немного опоздаю, ничего страшного. Доброе утро, Киреева. Здравствуйте. Сегодня ты опоздала на 1:53. Я знаю, этого больше не повторится. Извините, я отработаю, знаете, я... Да я знаю, но, к сожалению, помочь ничем не могу. Ты же понимаешь, у нас сокращение штата. Да, но я... Ты молодая, у тебя хорошее образование. Думаю, за 2 месяца найти новую работу будет не проблема. Вы что, меня увольняете? Нет, это сокращение штата. Ну... Да, зайди в отдел кадров и подпиши уведомление. Теперь будешь, а? Не знаю. Работу искать. Может быть, ты подружку свою тряхнешь, пусть она комнату оплачивает. Ну, вообще, да, потому что деньги у нее есть, богатый ухажер у нее тоже есть. Почему нет-то? Оля, я вам уже это объясняла. Таня не будет ничего оплачивать. Она у нас и раньше жила месяцами, еще при бабушке. И бабушка с нее ни разу ни копейки не взяла. А, прости, пожалуйста, в каком смысле она у вас жила? Она из дома уходила? Нет. Нам... По 15 было, когда Танин папа погиб. Ну, мама через какое-то время снова вышла замуж за богатого француза и уехала к нему жить. Я не понимаю, на что ребенка бросила? Да нет, Таня даже поначалу к ним уехала, но потом она вернулась. Они с отчимом не смогли поладить. Мама ее обратно отправила. Они ее, конечно, содержат, деньги посылают, но Таня так ни больше ни разу не съездила. Да они и не зовут особо. Ужас. Да. Ничего себе, родная мать называется. Променяла единственную дочку на какого-то богатого мужика. Бедная Таня. Ладно, все будет хорошо. Побегу в отдел кадров. Алло, Тань, ну ты где? Аня, я не могу сейчас говорить, я у доктора. Ну и что, как? Что он сказал? Ну, пока ничего не сказали. Меня отправили на обследование, кучу всяких анализов. Хотя, знаешь, за такие деньги это неудивительно. Ну, должны же они понять, что с тобой происходит. Не вздумай сбежать оттуда, поняла? Пока диагноз не поставят, даже не... Ладно, обещаю. А, подожди. У меня вторая линия, я тебе перезвоню. Угу. Да, Игорь, я внимательно слушаю. Где ты? Нам надо поговорить. Я не думаю, что в этом есть какая-то необходимость. Ты куда делась-то? Я тебя искал. Плохо искал. И знаешь... Не звони мне больше никогда. Татьяна Андреевна? Да? Пройдемте, пожалуйста. С удовольствием. Свинюша. Thank you.
нет, украй. Меня достал, Леонид. Украй. Иди, нет у меня денег. Да иди ты уже. Ань, Ань, ну наконец-то. Нет. Да иди ты. Вера Сергеевна, здравствуйте. Ты чего от меня бегаешь-то? Я бегаю? Да я вас просто не заметила. Как же не заметила? Деньги когда отдашь? Какие деньги? Здрасте. На ремонт. Ты же обещала возместить. Ну нет. Натворили дел со своей подружкой. Это незаконно, между прочим, сдавать комнату без договора. Да ничего я ей не сдаю, она просто так живет. А, просто так у меня на потолке разводы и на стенах остались. А ведь я только-только ремонт сделала, а после вас все заново начинать. А это, между прочим, для меня большие деньги. Я вам все отдам. Мы с Таней вам все возместим. Я обещаю, не волнуйтесь. А я и не волнуюсь, чем мне волноваться. Возместят они. А моральный ущерб? Кто вы? Что вам надо от меня? Да ладно, не ори. Таня, у тебя? А, так вы Игорь напугали, а Тани нет. А ты, значит, та самая подруга, да? Как вы нас нашли? Таня сказала, что вы не знаете адрес. Тоже мне ребус. Она дружит с тобой с детства. Вы жили в одном дворе, пока ее семья не переехала. Учились в одной школе. Надо было только сложить 2 и 2. Остальное дело техники. Вы извините, у меня тут генеральная уборка. Я передам Тане, что вы заходили. Я сам ей все скажу, когда вернется. У тебя запить есть что-нибудь? С газом, со льдом? Нет? Ладно, сам найду. Я не понимаю, как вообще Таня в этом сарае живет? Не буду я от него прятаться. Вот еще. Что? Ничего. Просто скучно. Надо же. Может, мне спеть там, не знаю, станцевать? А ты дерзкая. Мне такие даже нравятся. Мне как-то плевать, кто вам нравится, а кто нет. Если вы решили дождаться Таню, сидите на кухне и... Ты что? Уйди! Пошел вон из моего дома, придурок! Это кто пошел вон? Я? Это я придурок? Таньку посылает, она хоть право имеет. А ты кто такая? Ты на себя посмотри, чушка занюханная. Пожалуйста! Пожалуйста! Будем делать, как я скажу, поняла? Да, мужик, ты был когда? Нравится. Анют, ты меня напугала. Ты чего тут сидишь? Анют? Анечка, что с тобой, дорогая моя? Ты чего? Анют, тихо. Ну, что случилось, ну? Ань. Вот так, хорошо.
Сейчас мы успокоимся, выпьем чаю и все друг другу расскажем, да? Опять 25. Анют, ну, пожалуйста, не плачь. Я запрещаю тебе плакать, слышишь? Тем более сейчас, когда я так счастлива. Я просто не переношу, когда кому-то рядом плохо. Представляешь, я даже нищему сегодня дала 5000. Просто так, безвозвратно. Это не нищий. Это алкаш местный. На водку вечно всех клянчит. Это не важно. Ань! Ну, будем говорить? Я не знаю, как сказать. Ладно, тогда... Тогда можно я начну? А, меня прям распирает. В общем, у меня будет ребенок. Что? Нет, подожди. У нас с Игорем будет ребенок. Ну, ты же сама отправила меня в больницу, помнишь? Мы думали, что у меня проблемы с желудком. Короче, врачи тоже так думали. Они начали все обследовать. Ну и выяснилось, что у меня все хорошо. В общем, я не знаю, но, по-моему, все сложилось так, как я хотела. Ты хотела? Ну да. Я перестала предохраняться. Просто Игорь этого не знал. Да и мы ни к чему. Ну, знаешь, как бывает, что мужчину иногда нужно подталкивать к браку? А значит, теперь вы вместе? Ну, пока еще нет, но это вопрос времени. Он, между прочим, звонил мне уже, извинялся. Значит, он знает? Пока не знает. Потому что после больницы я рванула к нему, а его дома не было. Но я поехала к его родителям, рассказала им все. Короче, мне кажется, отец просто счастлив. Ты бы видела его глаза, он прям как ребенок, такой довольный. О, я думаю, что скоро у нас будет свадьба. Ань, я так не понимаю, ты вообще не рад за меня? Я рада. Правда. Я очень устала. Я пойду полежу. Подожди, я хотела, чтобы мы выпили шампанское. Хотя мне, наверное, нельзя. Но если по чуть-чуть, может быть, все-таки можно. Ань, а что у тебя случилось-то? Почему ты плакала? Меня с работы уволили, ничего пройдет. Анют! Попробуйте шоколадный. Шоколадный. Анют, я не могу больше, пожалуйста. Попробуйте. Скажите. Мне кажется, слишком сладкие. Я думаю, тебе не понравится, очень приторно. Не, я тогда такой точно не буду. Хорошо, скажите, что вы предпочитаете, мы обязательно что-нибудь подберем. Аня, а может быть, ты приготовишь торт? Тань, у вас 200 человек гостей, я в жизни торт такого размера не сделаю. И потом мне кажется, что, ну, на свадьбу не принято домашнее. Да, ваша подруга абсолютно права, это не принято. Вы знаете, это моя свадьба. И я сама решаю, что на ней принято, а что не принято. Я тогда попозже подойду. Извините. Извини. Мне кажется, это гормоны. Кстати, нам еще нужно обсудить девичник. И тебе надо померить платье подружки невесты. У меня есть несколько вариантов, они у Игоря дома. Я запишу тебе адрес. Свой новый адрес. А мы что, Игоря ждем? Да, я сказала ему, что мы будем здесь, чтобы он подъехал наконец с тобой познакомиться. Держи. Аня, ты куда? Ну, извини, мне же еще надо за приглашениями заехать. Аня, какие приглашения? Ты вообще слышишь? Ты моя лучшая подруга, он мой жених. Я месяц пытаюсь вас познакомить, и не получается. Такое ощущение, что вы, я не знаю, избегаете друг друга. А вот и он. Привет. Привет, девочки. Познакомься. Это моя лучшая подруга Аня. Аня, это мой Игорь. Игорь, очень приятно. Взаимно. Извини, очень, очень душно. Извини. Я пойду. Да ты чего, Ань? Не волнуйся. Я сам за ней схожу. Девушка, принесите, пожалуйста, еще раз свой каталог. Thank you.
Слушай, ты, я тебя предупреждаю, если ты хоть слово скажешь. Ненавижу тебя. О, видно, тебе и правда в тот раз понравилось. Мы же повторим, а? Я надеюсь, это не заразно. Ты это, домой давай топай. Танька беременна, я сейчас вообще вот это все ни к чему. Беременная. Нет, не может этого быть. Только не это. Алло. Алло, Аню, ты чего трубки не берешь? Ничего, я, кажется, заболела. Что-то серьезное? Давай я приеду. Не надо, у меня все есть, правда. Тебе нельзя ко мне. Может, вирус у меня какой-то, ты же беременная. Да, я все никак не могу к этому привыкнуть. Ну, как ты себя чувствуешь? Давай я вышлю водителя Игоря к тебе с лекарствами. Нет, не надо, у меня все есть, правда. Ну ладно, давай, выздоравливай. Я постараюсь, пока. Секунду. Алло, Анют, ну что, ты где? Я тебя заждалась уже, ну? Танюш, я пока не могу. Я еще одну померю. Ань, выздоравливай, пожалуйста, скорее, а то меня бросила одну здесь. Тань, я по делу, мне нужно встретиться с твоим женихом. С Игорем? Зачем? А, подожди, по поводу свадебного подарка. Слушай, пожалуйста, помоги ему, мне кажется, что он сам никогда не выберет. Тем более, что... Лучше тебя меня никто не знает. В общем, если вы займетесь этим вопросом вместе, то я буду просто счастлива. Угу. Алло? Алло? А, да. Что с тобой? Ты плачешь? Нет, это просто простуда. Ты передашь ему, что я хочу с ним встретиться? Слушай, ну я вижу его только по вечерам. Давай так, я вышлю тебе смс-кой адрес его офиса. Ты к нему съездишь, и потом перезвонишь мне и все расскажешь. Угу. Целую. Ну что? Еще одну? Встреча с Игорем Викторовичем. Если вы курьер, вы можете оставить все мне. Я подруга его невесты. Мне нужно поговорить с ним по поводу свадьбы. Пожалуйста, пройдемте, я вас проведу. Прошу вас. Я так понимаю, ты не по поводу свадьбы пришла? У меня есть новости, и они тебе не понравятся. А ты в меня втюрилась? Хочешь, чтобы я тебя еще разок, да? Ладно, шучу. Че надо? Я беременна, у нас будет ребенок. Ребенок? Да. Этого хватит? Нет. Хочешь меня на бабки развести? Думаешь, я не знаю, сколько сейчас аборт стоит? Будешь ломаться, я тебе вообще ничего не дам. В конце концов, сейчас можно и бесплатно. Я не хочу делать аборт. Ты что, дура? Ребенок не виноват в том, что случилось. Что? Это у тебя что, шутки такие? Ты хочешь родить? Серьезно? Может, я еще и отцовство признать должен? А ну, пошла вон отсюда. Ты мне не нужен. Но Таню обманывать я не могу. И не хочу. Ты должен ей сам все рассказать. Или это придется сделать мне.
Да, дорогая? Что, Аня? Нет, Аня уже ушла. Как же так? Я думала, она еще у тебя. Да нет, ничего не случилось. Я просто хотела, чтобы ты показал ей образцы букетов. Ну, каких-каких свадебных. Ну, представь себе, это так сложно сделать. Выбрать самый лучший. Ладно, поняла, что тебе некогда. Давай. А, подожди. Как она себя чувствует? Ну, кто-кто? Аня, моя Аня. Не знаю. Выглядит не очень. Может, она всегда такая. Хорошо, хорошо. Я ее не обижаю. Да, я больше никогда не буду обижать твою подругу. Слушай, Танюш, мне сейчас просто не очень удобно разговаривать. Давай я тебе перезвоню, хорошо? Люблю, да, пока. Давай. Перерыв на полчаса. Все в буфет. Пьем кофе за мой счет. Поиграть со мной решила, да? Дурачка нашла. Думала, через меня себе безбедную жизнь устроить. Если тебе дорога жизнь, ты рта своего поганого вообще не раскроешь, ясно? А теперь проваливай отсюда. Пока я добрый. И запомни, ты никто. Исчезнешь, никто тебя не хватится. Сдохнешь, никто по тебе плакать не будет. Карина! Карина! Тут человек уходит, проводи. Так, ну что, все хорошо, у вас все нормально. Я вам сейчас дам список анализов, которые вам нужно сдать. Я вас поставлю на учет. Я не могу. В смысле, вы себя плохо чувствуете? У вас токсикоз? Я не хочу этого ребенка. Вы хотите сделать аборт? Может, вы подумаете? Может, вы посоветуетесь с отцом вашего ребенка? Я уже посоветовалась. Может, вы все-таки передумаете? Спасибо. Ань! Ань, ну что это, Ань? Что? Ну ты скажи своей подружке, чтоб совесть ты имела, а? Ну как не приедет вечно машину поперек дороги поставить? Ну это просто же невозможно. Ань, ну хорошо, я скажу. Скажи ей, пожалуйста, но только о себе и думает. Ну, наконец-то! Ты чего трубки не берешь? Куда пропала? Ладно, смотри. Платье подружки невесты. Ну, я, конечно, хотела, чтобы мы вместе выбирали, но раз уж ты болеешь... Да, Игорь был прав. Как-то ты плохо выглядишь. Давай так. Завтра приезжай к нам с Игорем. Мой визажист приведет тебя в порядок. Он такой мастер, что прям... Тань, я тебя обманула. Игорь. Игорь. Мой Игорь? Да. Он приходил тогда. В тот день, когда ты узнала, что беременна. Он был пьян. Ждал тебя. Это было ужасно. Что ты хочешь этим сказать? Я отбивалась. Я пыталась вырваться. Нет, нет. Он нет, ударил нет, меня. Нет, я не хочу это слушать. Знать, какой он на самом деле. Прости, что я не сказала тебе раньше. Я испугалась. Я боялась, что ты возненавидишь меня. Да, ты права. Я ненавижу тебя. Таня, я поняла, ты подлая, ты завистливая дрянь. Ты же пожалеешь об этих словах. Это ты пожалеешь, если ты хотя бы на метр приблизишься ко мне или к Игорю. Поняла?
наконец-то, я уже заждался. Ты с ней спал. Неправда, этого не было. Ты с ней спал, она сама мне сказала. Она сама, она просто воспользовалась. Ты сам себя слышишь? Ты скажи, что она тебя силком затащила. Я ненавижу тебя. Ты подругу свою ненавидь, она все испортила. Я знаю очень хорошо Аню, она бы никогда... Послушай меня. Послушай, я приехал к ней домой сам. В тот день, когда ты узнала, что у нас будет ребенок. Я искал тебя, нашел адрес своей подруги и поехал к ней. У меня с собой была бутылка. В тот момент, когда она открыла мне дверь, я был уже пьян, я уже ничего не соображал. Она пригласила меня войти. Тебя дома не было. Я хотел уйти, но она попросила, чтобы я остался, потому что ты придешь с минуты на минуту. Она видела, что я был пьян. Она просто хотела этим воспользоваться. Это няня. Да, она достала бокалы, фужеры эти хрустальные. Бабушкин хрусталь. Да, да, она подливала и подливала мне. Да я уже почти спал. Да я вообще даже не знал, кто это. Аня не могла. Подожди, подожди, подожди. Я знаю, что я виноват, но... Что случилось так быстро? Она мне сказала, что она ничего тебе не скажет. Она сказала, что я все равно тебе изменяю, что невелика потеря. Стерва. Малыш, я знаю, что я не заслуживаю прощения. Я должен был послать ее. И да, я был пьяный, но это не оправдание. Я просто должен был ее послать. Потому что единственная женщина, которую я люблю и хочу, это ты. Дай мне еще один шанс, пожалуйста. Белина, ты мерзкий! Дура. Нет, я не могу. Ты всегда говорила, что ребенок — это счастье. Даже когда его не ждешь. Особенно, если не ждешь. Да не знаю я, где она. Дома ее нет. Звоню, она трубку не берет. Я вообще со среды ее не видел. Ну не могла же она просто так взять и уйти. Значит, ты ее обидел. Ну почему сразу я виноват? А потому что я тебя знаю. Найди Татьяну. Говорю же, я пытался. Ее нигде нет. Плохо пытался. Ну давай, давай, что ты ждешь? Ну? Давай, иди, ищи. У тебя сегодня свадьба. Па, это наше с Таней дело. А вот это ты ошибаешься. Ну, Игорь Викторович, ну, конечно, это не мое дело, но 200 гостей со всего света через 5 часов приедут поздравить вас с этим событием. Там все наши деловые партнеры. Нет, нам крайне нежелательно отменять это мероприятие, но... Я не собираюсь быть посмешищем всего города. Ну, конечно, из-за такой ерунды. Я вложил в эту свадьбу кучу денег и не позволю ее отменить. Ну, а как без невесты? Так, Данил Андреевич, иди, займись гостями. Давай, 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 хорошо, давай. Хорошо, хорошо. Ты самый дорогостоящий, самый убыточный мой проект. Ты единственный человек, который меня всегда подводит. Всегда! Сколько сил потрачено, сколько денег вложено, сколько, мать, слез выплакала. Ой, ну и только не начинай, пожалуйста. Наркотики, какие-то бесконечные бабы, какие-то сомнительные делишки, финансовые аферы, сделки. Наконец появилась девушка. И вместе с этой девушкой появилась надежда на то, что ты наконец угомонишься. Из хорошей семьи, воспитанная, образованная. Эффектно! Ну, женился бы на ней сам! Значит так. Если свадьбы не будет, у тебя не будет никогда и ничего. Па. Ну ты чего? Ну чего ты от меня-то хочешь? Хоть раз в жизни возьми на себя ответственность. За себя, за свою семью, за своего будущего ребенка. Ну, я пытался, правда.
Я в ногах перед ней валялся, я извинялся. Ну чего мне еще-то сделать? Собирайся. Я не хочу опоздать в ЗАГС. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Здравствуйте. Я жду вас в ЗАГСе. Это что? Я Аня, хозяйка этой квартиры. Рита снимает у меня комнату. Она прекрасно знает, что не имеет права водить сюда мужчин. И вообще-то это моя картошка. Да? Ну ничего, вкусная. Вам не стыдно? Поставьте на место. Что ты развыступалась, а? Да что вы делаете? Нет, это уже слишком. Это что за ужас? А, ну, я уберу, уберу. Потом, пожалуйста. Где статуэтка? Она здесь стояла. И ваза. 3 недели назад, когда ты попросила сдать тебе комнату, мы договорились, что ты соблюдаешь чистоту и никого сюда не водишь. Ты оба эти правила нарушила. Поэтому я имею полное право попросить тебя съехать. Вот еще. Ну куда я сейчас пойду, ты думаешь? Мне все равно. Здесь ты больше не останешься. Пожалуйста, ну... Да ладно тебе, ты шутишь, да? Я серьезно. Если ты не съедешь, я вызову полицию и... Анна Владимировна, даже паспорт у своей квартиранки не спросили. Осторожнее надо быть, тем более вам в вашем положении. Мне деньги нужны были на ребенка. У меня до этого женщина жила, тетя Валя, и все нормально было. Пожалуйста, найдите их. Но они забрали все, что я смогла накопить. Ладно, заявление пиши. Только сразу говорю, шансы 1 на 1 000 000. Что ж за люди-то такие, а? Учишь вас, учишь, а все без толку. А если бы она убила тебя, кому бы твои деньги эти были нужны? А? Скорую, скорую быстрее! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Голубушка, ну что ж вы себя так запустили? Беречь себя надо, особенно нервы. Я берегу. Оно и видно. Хорошо, еще сотрясения не было. Ну ладно, сама о ребенке бы подумала. Я думала, только о нем и думала. Ладно, ладно, полежите у нас здесь пару дней. Мы вам капельницы поделаем, отдохнете, а потом посмотрим. Васильева из-за своего планшета на УЗИ не опаздывает? Тебя как зовут-то? Аня. Алина, вот угощайся. А, спасибо, я пока не хочу. Не стесняйся, надо поесть. Держи. Спасибо. Уль, дай журнальчик почитай. Ешь давай, не хочет она. Когда в последний раз ела? Честно, не помню. Не до того было. Господи, как же вкусно.
сегодня, оказывается, очень голодная. Ешь, ешь. А можно я гляну? Да. Смотри. Спасибо. Алло. Алло, Тань. Это я, Аня. Извини, что я тебя беспокою. Я просто узнала, что ты родила, и я хотела тебя поздравить. Я надеюсь, что... И не надейся. У меня все очень хорошо. У меня есть любящий муж, замечательный ребенок. И я счастлива, несмотря на твои старания. Правда. Тань, ну зачем ты так? Время кормить, Танечка. Сыном он жив? Да жив, жив. Что ты придумала такое? Спит. Твой богатырь спит. А почему вы мне его не даете? Пожалуйста, скажите мне правду. Я же чувствую, что что-то не так. Да все хорошо. Успокойся. Спит. Послушай. У тебя мужа нет? Нет. Родных никого. Откуда вы знаете? Ну, были бы у тебя родные. Разве бы ты вот так вот лежала? Без цветов, без передач. Что за мужик у тебя такой, а? Ну, жениться не хотел. Но это же его ребенок. У него уже другой есть. Он не хотел этого ребенка. Даже я сначала его не хотела. Он муж моей подруги. Тогда еще не был мужем. Они поссорились. Он приехал ко мне, пьяный. А ее не было. И он сделал это со мной. Я не хотела. Бедная девочка. Я не знаю, что мне делать. У меня нет ни друзей, ни денег, ни работы. Я не знаю. Так, послушай, мы сейчас сделаем с тобой укольчик. Ты успокоишься, поспишь, а завтра разберемся. Да-да. Ой, заходи, заходи, Анечка. Проходи, садись. А мы как раз тебя ждем. Вот, знакомься. Ирина Ивановна, Вадим Борисович. А это наша Анечка. Малыш просто чудесный. Я его как на руки взяла, сразу поняла. Это мой. Вы видели его? Вы видели моего сына? Ирина Ивановна... Очень хочет усыновить твоего малыша. Как усыновить?
секундочку. Ты же мне сама вчера говорила, что у тебя нет денег, нет возможности воспитывать ребенка. Нет, я не для этого вам все рассказывала. Вы неправильно поняли. Ты сама себя довела до преждевременных родов. Ты могла погубить ребенка. С малышом на руках тебе будет еще тяжелее. Нет, это мое дело. Мы справимся. Сейчас. Извините, не могли бы вы подождать там в коридоре? Надо поговорить с Анечкой. Вадим Борисович, вы не волнуйтесь, это 5 минут займет. Ань, ну ты выбрось эту дурь из головы, это же прекрасный выход. Это мой ребенок. И он вам не игрушка. Его нельзя просто взять и подарить кому-нибудь. Вот еще подарить. Ты знаешь, сколько они готовы заплатить, а? Нет, и знать не хочу. Ты подумай. Ты будешь каждый день смотреть на него и видеть в нем человека, который тебя изнасиловал. А когда он станет старше, сходство будет еще сильнее. И ты возненавидишь его. И себя. И весь мир. Нет, я буду любить его. Но ты дура. Я его не отдам. Как знаешь, только себе хуже сделаешь. Вот как ты одна будешь его тянуть? На какие шиши? А он недоношенный. Ему много денег надо. Как? Вы же сказали, что с ним все хорошо. Я сказала? Я такого не помню. У тебя нет ни денег, ни родственников, которые могли бы тебе помочь. Ты не можешь обеспечить ребенку нормальные условия жизни. Нет, вы специально меня пугаете. Ты просто не знаешь, как это делается. И вот что я тебе скажу. У тебя сейчас есть выбор. Отдать ребенка в хорошие руки. Начать жизнь заново. Или дождаться, пока его заберут в детский дом. Подумай, Ань. Ань, да ты можешь одним махом решить все проблемы. И свои, и ребенка. Все зачеркнуть. Надо только подписать бумаги, и все. Вы думаете, так для него лучше будет? Конечно, Ань. Ты молодец. Ты сделала правильный выбор. Завтра же мы оформим все бумаги. Ты подпишешь, получишь деньги и поедешь домой. Носит. Держи своего крикуна. И иди корми. Я скоро его заберу. Тише, тише, мой хороший. Тише. Мама с тобой. Все, все, все. Мама рядом. Мама тебя не бросит. Никогда. Ну что, Ванечка? Все, вот мы и дома. Да, мы хорошие. Сейчас мы тут. Кто вы? Что вам нужно? Ого. У вас тут чего? Мамай, что ли, прошел? А вам-то что? Да мне просто тут жить. А, вы новый жилец. Вас Глаша прислала. Да. А вы, видимо, та самая Аня, которая ждет ребенка. Ну, уже все, дождалась. А, ну да. Поздравляю. А вам Глаша сказала, что у меня здесь все строго?
платы каждое 5-е число. Не будете платить, сразу выселю. Паспорт свой оставьте, я ксерокопию сниму. И участковому про вас скажу, он по базе пробьет. И если вдруг... Ого! Сколько угроз. Может, сначала комнату посмотрим, а то вдруг мне вообще не понравится. А, да, вы правы. Она вам не понравится. Пройдемте. Вот эту комнату я сдаю. Если вам не нравится, скажите сразу. Я пойму. Ничего страшного. Да не, нормально. Меня устраивает. Только учтите, я замок на дверь в свою комнату поставлю. И участковому я скажу. Да понял я, понял. И еще. Никого не водить. Я понимаю, вы молодой мужчина, и вам нужно, но у меня ребенок. И я не позволю здесь проходной двор устраивать. И если вам что-то не нравится, скажите сразу. Давайте так. Там в зале пару целых стульев осталось. Вы идите, ребенком займитесь, там, покормите. Ну, не знаю, в общем, что там надо. Зачем? Ну, я завалы пока разберу. Чего вам пылью-то дышать? А где малой? А, в коляске спит. Вы простите, что я с вами так грубо. Просто мои предыдущие жильцы. Я знаю, Глаша рассказала. А вы с Глашей? Не, просто знакомые, ничего личного. Спасибо вам за помощь. Я не знала, за что браться, а вы взяли и все сделали. Я не возьму с вас за этот месяц. Будете платить со следующего. Ну вот еще, возьмете. Это я так, из вежливости помог. Ну, я же должна вам как-то отплатить. Ну, а вы вон уплатите обедом. Спасибо. Берите, берите. Вам надо питаться хорошо, парня кормить. Спасибо. Да это вам спасибо. Отличная картошка. Ну, чего вы сидите? Идите к малышу. Я тоже сейчас доем тарелки сполосну и на боковую. Мне сегодня ночную. Надо немножечко поспать. Работу-то никто не отменял. Да. Ой, а я же даже не спросила, как вас зовут. Можете называть меня Толик. Спасибо вам, Толик. Сели бы уже, а? Слушай, ты нормально вообще, нет? Ты же видишь, он просыпается каждые 2-3 часа. Да пусть хоть каждый час просыпается, только не здесь. Мы зачем вообще к родителям переехали? Чтобы в одной комнате толкаться? А нянька за что бабки получает, если ты сама его укачиваешь? Слушай, ты вообще понимаешь, как это важно? Что важно? Важно, чтобы он был рядом с мамой. Если надо, мог позвать. Игорь. Игорь, мне кажется, он горячий. Да что ты придумываешь? Нормально. Игорь, у Коленьки температура, мы никуда не едем. Еще как едем. Я не собираюсь менять свои планы из-за какой-то простуды. Значит так, если тебе надо, ты можешь ехать, я лично остаюсь.
Мне кажется, у него температура была пару дней назад. Ночью небольшая, правда, и быстро прошла, но все-таки. Это реакция на прививку. Это бывает. Да? Я испугалась, думала, он заболел. Да вы поглядите на него. Какой бодрый, довольный, толстый, образцово-показательный пацан. И в весе хорошо набирает, и анализы прекрасные, да? Все у нас, мамочка, будет хорошо. Зря вы переживаете. У нас с Ванечкой все прекрасно. Да, извини, не могу сейчас говорить. Ваня. Ваня. Да, все хорошо. Иванушка. Нет, сказали от прививки. Хорошо, я вечером расскажу. Папаша о наследнике переживает. А, да нет, это просто сосед. Ну, надо же, какие бывают заботливые соседи. Повезло некоторым. Похоже, обычная вирусная инфекция. Видишь, я же говорил, ничего страшного. Ну, а почему температура такая высокая держится? Это нормально? Ну, у детей разная реакция. Некоторые температурят, мама, не горюй. Я бы понаблюдала его несколько дней. Мы просто собрались уезжать сегодня. У нас самолет через 3 часа. Думаю, волноваться не о чем. Танюш, ну, жених с чужими людьми остается. С дедом и бабушкой. Тань. Я остаюсь. Ну, как я могу отдыхать, когда мой ребенок болеет? Молча. Тань, ну правда, ты же его даже не кормишь уже. Тебе тоже нужна передышка, довела себя до ручки. Значит так, все. Тут есть я с Галей. Дарья Ивановна нам поможет. Ну и доктор тоже нас не оставит. Пойдемте, доктор, я вас провожу. Пойдемте. До свидания. Танечка, да вы не волнуйтесь. Мы справимся. Тань, ты меня не слушаешь, но ты хоть умных людей послушай. Это всего 3 дня, ничего страшного не случится. Ну, подумаешь, температура. Завтрак готов. Толик, завтрак готов. Смотри, а вот это вот, это пульт. Это вообще самая важная вещь для мужчин. Я серьезно. Вот смотри, вот эти вот кнопочки, вот, видишь, вот, это каналы. Угу. Пульт всегда должен быть рядом. Вот смотри, делаем вот так вот. Раз. И вот мы имеем футбол. Чего, не нравится футбол? Все, делаем 2. И имеем какой-то интересный фильм. Но тебе такой рано еще пока. Вот так. Оп, все, опять футбол. А чего же я не знал-то? Ух ты. Ну-ка. А? Давай, давай, давай. Ну, бей! Ну! А мы вот тут футбол смотрели, а? Да я вижу. Там завтрак на столе, если ты хочешь. Да, конечно, хочу. Настоящий мужчина всегда хочет есть, да, Вань? А чего вы делать сегодня собираетесь? Я думала в парк пойти погулять. Если ты хочешь, пойдем с нами. Конечно, хочу. Да, Вань, пойдем вместе. На скейте покатаемся. Так, давай. Нет, поворачивай. Так, да. На серединку. Тихо. Вперед меня, не бежим. Не вижу. Вот, да, уже, да, хорошо. Отпускаем. Ваня. Иди ко мне, мой Ваня. Ну, чего там? Ну, все ж хорошо, начало получаться. Ну что, еще разок? Коля, Коленька, что с ним? Маленького. Вы что, встали? Быстро в машину. Вы хотите, чтобы ребенок прямо здесь умер? Пап, что случилось? Что случилось?
Да успокойся, это просто небольшие осложнения. Вот не надо было ехать. Я говорил, тебе не надо было. Начинается. Ты мне на отдыхе мозги закомпостировала своим нытьем. Теперь еще и здесь начинаешь. Слушай, ну как ты так можешь, а? У тебя ребенок в больнице, а ты... Слушай, дети болеют. В этом нет ничего страшного. Что, как он? Когда я могу его забрать? Думаю, Коле придется у нас задержаться. Состояние стабильно тяжелое. Господи, нам сказали, это просто осложнение после простуды. Ну, это и есть осложнение. У Коли пневмония. Ее часто путают с ОРВИ. Для таких малышей пневмония – это очень опасно. Поэтому хорошо, что вызвали скорую. Но, к сожалению, опасность отека легких еще остается. Подождите, это так серьезно? К сожалению, да. Но мы делаем все возможное. Я хочу его видеть. Я хочу видеть своего ребенка. В реанимации будем надеяться, что все будет хорошо, ему станет лучше, и мы переведем его в обычную палату. Скажите, что вы поможете ему. Пожалуйста, скажите, что вы сделаете все, что необходимо. Мы здесь обещаний не даем. Но надо надеяться на лучшее. Извините. Да. Тань, доктор сказал, бессмысленно здесь ждать. Идем домой, а? Я останусь, я нужна своему сыну. Ну вот ты ничем не можешь ему помочь. Идем? Иди, иди, ты, наверное, устал, тебе надо поспать или потащиться в любимый клуб. Вот чего ты сейчас начинаешь? Ты виноват. Ну, конечно, я виноват, но кто же еще может... Это ты виноват, потому что ты сказал, мы можем ехать, это обычная простуда, что я просто истеричка. Все, я понял. Я пошел домой, а ты как хочешь. Я чувствовала, что должна была остаться. Но ты убедил меня в том, что я дура, что я все придумала. Господи, я предала родного ребенка. Аня, ты спятила. Хватит орать, пойдем домой. Я Аню предала из-за тебя. Я чувствовала, что она говорит правду. Я просто не хотела в это верить. Тань, ты устала. Перепугалась за Кольку. Завтра все наладится. И тебе бы сама будет смешно, что ты его так переживала. А? Пойдем, а? Таня! Таня! Можно? Да, конечно. Что-то случилось? Нет, почему ты спрашиваешь? Ну, просто вид у тебя какой-то взволнованный. Ты, кстати, очень красивая, когда волнуешься. А, спасибо тебе за сегодняшнюю прогулку. Да не за что, я же так и не научил тебя кататься. Ну, все равно спасибо. Я давно не была так счастлива, правда. Спокойной ночи. Я тоже сегодня был очень счастлив. Что ты делаешь? Нельзя. Я тебе запрещаю. Я запрещаю, не надо этого делать. Не, я... Что? Я... Обещаю. Никогда. Что? Ни при каких обстоятельствах. Не буду. Не смущай меня. Иди ко мне. Я сейчас пойду. Ну-ка, дай-ка. Не дам. Он потом не уснет. Я хочу... Ань, скажи! Не говори мне ничего, да?
детскую же не пойду. Настя, вы туда пойду. Же на обед. Да. Займите нам очередь, идем, пожалуйста. Ладно? Ты со мной будешь. Иди ко мне. Нет, нет. Да? Да. Ты идешь ко мне. Ладно, я буду тебя скучать, солнце мое. Аккуратнее, аккуратнее. Ты идешь ко мне, будешь по мне скучать, господи. Ой, Аня, какая же ты все-таки счастливая. Да, это так. Я себя не чувствовала так вообще никогда. А мне кажется, что дело не только в ребенке. В каком смысле? Да ладно, Аня, это правда? Ну точно. Анька влюбилась в нового жильца. Ничего подобного. Правда, мы просто друзья. Аня, я тебе говорила, это нормальный мужик. Вы что, это подстроили с Толиком? Ничего мы не подстроили, ну тоже. Ну мы подтолкнули немножко в нужном направлении. Что значит подтолкнули? Ну Толик знакомый Глаше. Да. Он знакомый Глаше, и он 5 лет назад расстался с женой. Но, между прочим, Ань, у него достаточно своих денег, чтобы снимать свою собственную квартиру. Но, как правильно предложила Глаша, было бы вот как-то здорово вас вдвоем свести. Свести? Да вы... Ань, ты только не злись. Да вы могли бы просто... Что я могла бы сказать? Давай я тебя познакомлю с хорошим парнем, ты бы не согласилась. Вот именно. А тут смотри, как все забавно вышло. Мне кажется, прямо смешно. А почему? Чудненько. Что в этом смешного? Я поняла. Мне нужно быть свахой. Я буду направлять людей в нужное русло. Слушай, помолчи, а. Тебя вообще не уснёт. Да? Чего ты на тебя плачешь, Глаша? Ань, скажи мне, а какие у тебя дальнейшие планы? В каком смысле? В смысле свадьбы. Да ну вас! Нет, ну а чего это дело такое? Тут, знаешь ли, затягивать никак нельзя. Аня, я все продумала. Ресторан будет на берегу моря. Да. Все будет просто лучшему. Да. Платье белое, вот так, такое вот шлейф. Так, все, хватит. Танюша, что? Он плачет. Малыш плачет. Тань. Ребенка тут нет. Как нет? А где он? Таня. Да, я вспомнила. Он в больнице. Просто мне приснился сон. Как будто я держу его на руках, а он плачет. Мне нужно к сыну. Таня. Не надо. Коля. Умер. Что вы такое говорите? Это просто осложнение после ОРВИ. От этого не умирает, он поправится. Таня, не надо. Послушай. Его нет больше с нами. Игорь, ну скажи ему! Ну что ты стоишь? Ну быстро врача! Тихо, спокойно. Танечка, тихо. Пусти меня! Тихо, все. О, Ань, привет! Здрасте. Гуляете? Домой уже обедать. Какой ужас с твоей подружкой-то случился? С какой подружкой? Ну, а что, у тебя их много, что ли? Ну, с той, которая залила меня богатенькой стерву. Таня? А что с ней? Так ребенок у нее умер. Как умер? Говорят, пневмония. Как так? Может, это ошибка какая-то? Был здоров, затемпературил. Думали, обычную РВ, а оно вон что случилось. Отек легких, теперь виноваты хотят. А что толку? Ребенка-то не вернешь? Господи, горе ты какое. Да уж, врагу не пожелаешь. Богатые, знаешь, тоже плачут. Ань, ну ты чё такая бледная? Я думала, ты знаешь, вы же подружки вроде. Были раньше. Ой, и правильно, о чем вам дружить? Ладно, пошла я, Ань. Мне и так идти уже опаздываю. Ну она вон где, а ты тут.
Ну, как она? Спит вроде. Там вещи просили подобрать. В чем гроб класть? Выбери сама. Спит. Спит. Сынок, ты бы поел. Я побуду с Танечкой. Не хочу. Ну, сынок. Мама, я же сказал. И вообще, иди к себе. Ну, если я тебе действительно не нужна, я пойду. Я, наверное, тоже больше не нужна. Идите, идите. Это я виновата, что он умер. Я думал, ты спишь. Я виновата, что Коленька умер. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Еще как понимаю. Я послушала тебя и уехала. Я не хотела, но я уехала. Я поставила мужа выше сына. И Боженька наказал меня. Бог наказал меня. Я больше не могу слушать этот бред. Конечно. Потому что это ты виноват. Это ты сказал, что мы можем ехать, что так все делают, что ничего не случится. Значит, теперь я виноват, да? Прекрасно. Знаешь, мне это надоело. А? Да? Да ты устал? Ты устал страдать? Ты, у тебя сын умер, а ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. Ходишь, живешь, существуешь. И что мне теперь делать? Что? Сдохнуть? Привет, а вот и я. Кругом такие очереди, ты просто себе не представляешь. Ань, что случилось? Ребенок умер. Что? Ань, ты чего? Он спит. Все в порядке с ним, Ань. Ты чего? Танин, сынок. Я только что узнала. Таня, это что, та самая Таня? Это которая тебя ненавидит и из-за которой у тебя преждевременные роды случились? Это не из-за нее. Это не только из-за нее. А, ну да, конечно. Как ты не понимаешь, мы росли вместе, мы дружили много лет. Ну, а теперь вот почти год не общаетесь. Фу. Как же ты меня напугала. Я ж правда подумал, горе какое. Это горе. Это ужасное горе потерять ребенка. Ну, да, жаль, конечно, жаль. Ну, чтоб волосы на себе рвать. Зачем ты так говоришь? А за тем, что я переживаю за тебя. И за тем, что Таня это заплатила за то, как поступила с тобой. Это Бог ее наказал. Что ты такое говоришь? Никто такого наказания не заслуживает. Нет ничего хуже, чем потерять ребенка. Как ты этого не понимаешь? А, ну да, конечно. Куда мне? Я же... Ладно, все, стоп. Давай начнем сначала. Тебе. Я надеюсь, ты не против романтического ужина? Не против. Только там у нас хлеб закончился. Ты не мог бы купить? Пожалуйста. Прямо сейчас? Да. Хорошо. К
Как скажешь. Да, слушаю. Я хочу поговорить с Таней. Зачем? Какого черта тебе нужно? Я узнала, что случилось. Мне очень жаль, если я могу чем-то помочь или... Можешь. Еще как можешь. Исчезни и не звони больше. Милая, ты куда? По делам. Какие могут быть дела? У нас завтра похороны. Я помню. Но жизнь не остановилась. У меня есть работа. Давай больше не будем ссориться. Не уходи, пожалуйста. И я скоро вернусь, обещаю. Они просят у меня какую-нибудь фотографию. И я не могу выбрать, потому что он на всех такой... такой хорошенький. Такой живой. Хочешь покорить сердце женщины? Приготовь ей борщ. Представляешь, борщ. Оказывается, согласно последним исследованиям, путь к сердцу женщины тоже лежит через желудок. Нет, ну это, конечно, не борщ. Это курочка по-итальянски с вялеными томатами и базиликом. Но получилось, по-моему, тоже неплохо. Как считаешь? Вань, тебе понравилось? Да. Да, все правда, очень вкусно. Ну, ты можешь хотя бы на минуту перестать думать об этой своей подружке. Извини. Это очень страшно, я не могу об этом не думать. Хорошо, я тебе помогу. Пожалуйста, не надо. Я же прошу, не сегодня. Извини. Я просто так не могу. У нее такое горе, а мы здесь сидим и шампанское пьем. Да, я понял.